Вот. Если у Макса в руке удочка, значит это открытие сезона. Это снасти. Это целая коробка насадок. Это торжественная часть. А это, собственно, река. Это Тетерев, Иванковский район. Слышно, не слышно, дятлов стучат. Очень кайфовая погода. Обещанного дождя нет. Но мы не отчаиваемся. Надеемся, что он все равно будет, как обещали, дождь. Ждем. Надо, не надо. Нет, на вытян. О, какой. Это у нас первая рыба в этом сезоне. Это вообще небывалая рыба, невероятная рыба. Это не угорь, потому что это тетерев. Это, ребята, вьюн. Вьюн, посмотрите на какую блесну. Посмотрите на какую блесну. И открытие сезона состоялось. Как бы вы там не хотели, не говорили, что мы много выпили или мало выпили. Но открытие сезона состоялось. Да. Наталья Ивановна. Ура! Ура! Да-да-да-да! Ну все, за сбитого! А зачем? Именно в это время. Ну да, был такой рассвет красивый, а потом задул ветер, натянуло. Был уже дождик, был уже град. Но в любом случае открытие сезона состоялось. Даже рыбу, блядь, поймали. Даже рыбу поймали. Ха! Ха! Красивенное дерево стоит над водой. И специально наклонюсь, покажу, что с ним сделаю через несколько, не знаю, месяцев, может быть, лет, как бобер планирует это дерево завалить. Во всяком случае, вот такое вот начало. О, рыбка прыгает, Макс. На течение, на обраточке, смотри, рыбка скачет какая-то. Ну, вот то, что вы в кадре видите, это вот такое тяжелое-тяжелое небо. Температура примерно градуса, может быть, 4. 4 градуса жары, покапывает дождик. Найт, иди ко мне, мы с Найтом вот. Найти, иди, Мася, ко мне. По скалам. Мася моя. Очень красиво. Это Киевская область. В районе села Блича. Сильное интересное течение. Погода, конечно, ну еще рано, ребята, но только начинается тепло. Ну, мы выехали, потому что чешутся ручки. Я вчера полвечера специально ездил, все покупал, разные поводочки. Хотя эта щука не моя рыбалка,
Мне один мой друг сказал, ну какая рыбалка, еще плюс 5, вода какая, никакой рыбы нету. Но мы все равно решили поехать. Найт! Я иду к тебе, я поднимаюсь, не надо уже ко мне спускаться. Если слышно, может быть, ветер очень сильный, шумит, играет в деревьях. Мы сейчас переедем в какое-то более спокойное место, не такое экстремальное. Вот наша машинка. Вот я с высокого берега еще раз покажу картиночку. Вот так вот мрачно. Мы сейчас переедем в более спокойное место. Просто чисто пожарим мяско. Ну, мы же готовились к открытию сезона. Найт. Дождик начинается, немножко некомфортно, но ничего. Кто говорил, что рыбалка это комфортно? Мы проехали еще 10 километров. Примерно. Может больше, может меньше. Недалеко от села Белый Берег. Есть такая тоже из Кабы Тетерева. Такой луг большой. Конечно, какую-то ловить рыбу сегодня очень некомфортно. Скорее всего, мы это делать может и не будем. Но у нас есть мясо. И мы, конечно, его должны где-то приготовить. Если видно, скорее видно, конечно, я даже вижу какое течение на Тетереве. Капает такой средний легкий дождик. Мы проезжали, кстати, люди ловят, скорее всего, белую рыбу, сидят, устроились так на этой струе. Какой у них был результат, никто не знает. Ну вот такая вот картиночка. Да, ну это финальная часть нашего открытия. Макс жарит шашлычки. Та-да-да-да. Конечно. Да? Строительство, в смысле, местного бобра? Да. Или... Ну я норочку видел сегодня, реально абсолютно. Кого? Норку. А, да. Их здесь хватает. Ну классное такое местечко.